Не успели жители забыть осеннюю газовую атаку, как началась новая. На этот раз мошенники угрожают потребителям взрывом в случае, если они не воспользуются их услугами. Жители продолжают жаловаться на обман со стороны организаций, навязывающих услуги по замене газового оборудования. Злоумышленники представляются газовыми службами, подрядчиками Газекса и навязывают свои услуги по завышенным ценам. В квартиры уральцев они обычно проникают под предлогом обязательной проверки газового оборудования. Но, столкнувшись в последнее время с недоверием граждан, сторонние организации переиграли подход и теперь проводят работы как бы рекомендательного характера, запугивая людей участившимися взрывами газа. Акционерное общество «Газекс» призывает абонентов не поддаваться на провокации сторонних организаций в целях безопасности, не пускать в свой дом непрошенных гостей, если об их визите неизвестно управляющей компании. Настоящие газовики имеют при себе служебное удостоверение, одеты в спецодежду с фирменным логотипом «Газекс». Графики плановых проверок газового оборудования всегда есть в управляющей компании. При техническом обслуживании сотрудники «Газекса» только проверяют оборудование и ничего не продают. При необходимости замены шланга, крана, другого оборудования гражданам выписывают соответствующие предписания. Замена оборудования же ведется по самостоятельным обращениям в газовые службы.